Папы и мамы югорских школьников сегодня сели за парты. Они стали участниками всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз им предложили решить задание по математике. Сюжет Тимура Чешкова. Наталья Кондратская к единому государственному экзамену относится скептически. Не понимает, почему к этому зачету так напряженно относятся в школах. Поэтому сегодня решила сама попробовать сдать ЕГЭ. То же самое, как и мы сдавали. Мы тоже волновались в свое время. Единственное, что разница в том, что мы волновались, мы переживали как бы за оценки. Сейчас дети переживают немного по поводу другого. То есть они переживают больше, поступят ли они потом или не поступят. Вообще ли сдадут они. И на какой конкретно балл они сдадут. Всероссийский единый день сдачи ЕГЭ родителями проводится в Югре не первый год. Каждый раз организаторы меняют предмет. В прошлом году сдавали русский язык, сегодня задание по математике. Для родителей предоставлен сегодня сокращенный вариант. Соответственно, задание им предоставлено в более облегченном варианте, то, что они смогут выполнить. Ну и посмотрим, как они выполнят. Мероприятие нужно для того, чтобы развеять слухи. Экзамен – не страшная процедура. Когда родитель сам знаком с единым государственным, он помогает ребенку настроиться на сдачу. А если нет волнения, значит и результат будет лучше. На федеральный государственный образовательный стандарт, школьная программа, и не больше, не меньше. Еще раз повторюсь, что я закончил школу много лет назад, и хотя не со всеми заданиями справился, но многие из них мне были знакомы просто визуально. По словам руководителя окружного департамента образования, в этом году единый государственный экзамен пройдет в штатном режиме. Участие в нем примут порядка 10 тысяч выпускников. Тимур Чешков, Александр Шималин, Вести, Югория, Ханты-Мансийск.